Привет, друзья, и вам, враги, тоже привет. У нас сезон в Геленджике продолжается. У нас, короче, очень-очень тепло. Я иду на море, не знаю, попробую, конечно, искупнуться. Но насчет этого ничего не могу сказать пока. Потому что температура воды, ну не знаю, Яндекс показывает, что температура воды в Геленджике 20 градусов. А там на пляже показывает, короче, что что-то 19-18, что-то, что-то такое. Не знаю, как-то вчера я вроде подходил, трогал море так рукой. Вроде как бы нормально, что-то можно. Ну, не знаю, попробую, короче, я взял подводную камеру на всякий случай. Вот, попробую, конечно, понырять, если смогу. Я очень-очень постараюсь. А так вообще тепло, ну хотя бы загорать последние денечки. Последние уже совсем. Хотя на ближайшие там неделю показывает, что вот стабильно вот такая вот погода. Ну, там 25-26 градусов. Ну ночью, правда, холодно, естественно, из-за этого море остывает. Так что не знаю, попробую. Сейчас иду, короче, на тот пляж на Алиан, где Олеся работала. Вот, там уже все разъехались, вроде, насколько я знаю, пускают уже просто так, потому что там уже не работает ни бар, ни вот это вот все. Так что вчера я буквально вчера гулял по набережной. Не знаю, как бы, ну, в основном, конечно, да, сейчас уже такие пожилые люди, которые жару сильно не любят. Но вообще, на самом деле, никого не видно. Ни в той стороне никого не видно, ни в этой стороне никого не видно. Вечером народу было много. Это вот я возле этого маячника. Вот, ну посмотрим. Знаю, вчера купались. На самом деле, нужно осторожно проходить, короче, где падают всякие желуди и шишки. Мне уже желудь как-то по голове, короче, прилетел. А так, ну, как будто прям вот лето-летное. Только, правда, вот все закрыто уже. В той стороне я все время оттуда иду, там все практически закрыто. Ни кафешки нет, ни водички нигде, короче, не купишь. А вот здесь уже там экскурсии, вот эти вот все как бы уже позакрыто. Так, в центре-то, конечно, все работает еще. Вот, короче, тут вот дуб. С него падают желуди. Они вроде маленькие, но на самом деле как бы... Тюкают так, не сила по голове. Так, ну вот пляж, что-то там, короче, вообще никого не видно. На самом-то деле. Олеся сказала, что где-то здесь меня уже ждет, но что-то никого не видно. Вон, пожалуйста, кстати, купаются люди. А. Плавают все спокойненько. Так что нормалек. Ну, сейчас попробуем. Может, что-нибудь получится. В общем, друзья мои, вы враги. Не пошел я на тот пляж на Олесин. Там уже вообще никого нету. Вчера еще там было, ну, человек 15, наверное, лежало. Сегодня вообще уже смотрим. Фонтанчики еще работают. Колесо оборзения уже не работает. Ну и парк, кстати, тут уже так все. Прикрылся. Ну, вот я, короче, иду на тот пляж, на котором я летом отдыхал, как бы он мне очень нравится. Прикольный там песочек, если там искупнуться, что нормально можно зайти. А здесь, который возле Алиана, они, конечно, не очень такие пляжи. Там очень много камней, там очень трудно туда зайти. Вот так прикольно, конечно, некоторые деревья уже желтые. Хотя вот не знаю, как вот там это что. По школе помню фотосинтез, там все вот это вот. Им же нужно солнце, но солнце все нормально, это вообще уже. До свидания. Вот, и поэтому смотрю. Как-то непонятно. Некоторые зеленые еще вовсю стоят. Здесь, короче, парк динозавров еще работает. А некоторые, ну, не, ну понятно, что хвойные. Еще нормальные стоят. Ну, парк. Этот еще работает, затерянный мир. Видите, всякие
типа динозаврики. Ну такое, конечно, больше для детей. Здесь все уже закрыто. Одна только вчера, кстати, еще работала здесь. Вот пару этих, сегодня уже нет, только одна работает. Некоторые, кстати, и зимой работают. Ну, продают такие всякие вещи. Ну, уже, кстати, раньше продавали купальники, сейчас уже шали. Оренбургский пуховый платок. Точно здесь никого нет. А, нет, вон еще кто-то купается. Вон стоят. В основном рыбаки. Я иду, короче, на свой пляж, который мне очень-очень сподобается. Поэтому насрать на всех. Пока на улице тепло, я попробую еще искупнуться и позагорать немножко. Так вот, так что сезон продолжается в Геленджике. Ну, друзья, что хочу сказать. Я вовсю купаюсь. Мне прям так, конечно, немножко покалывает водичка. Но на самом деле не так уж сильно, как я думал. Я думал, что прям просто вообще капец-капец. Кстати, вот пришел на пляжик. Здесь просто очень хорошее дно. Мне нравится. То есть без всяких там камней. Сначала входишь, небольшие камушки там. Что-то как-то так. А потом прям вообще нормально. Сейчас я вам покажу. Не, кто-то, конечно, заходит так. Типа ногами. А, жесть. Нет, я ногами зашел. Понял, что быстро вообще привыкаешь. Ну да, 20 градусов водичка. Кстати, прозрачная прям. Вообще капец. Ну, потому что уже нету всяких таких много народу, которые там бултыхаются, наверное, грязь свою смывает. Вот, короче, идешь. Вон там рыбешки плавают. Не знаю, видно вам, нет? Должно быть видно. И все. И там уже заходишь, короче. Да, вон рыбешки всякие плавают. И там уже заходишь, и вот буквально как по пояс становится. Вот уже, короче, песочек пошел. Все, вон. Ой, вон самолетики кто-то полетели. Солнышко хорошо так пригревает. Я смотрю, что вот в ближайшие дни прям вообще такой нормалек. Так что можно еще понежиться на солнышке, позагорать. Ну, насколько я знаю, что это такое. Октябрьский загар уже не сильно вредный. Октябрьский загар, хотя я в октябре, естественно, как бы на море не загорал здесь. Я в октябре, в ноябре был во Вьетнаме, был в Шарм-эль-Шейхе, был в Египте. Ну, а как бы на нашем море нет. Нет, нормально, вот я, короче, привык. Привыкаешь быстренько. Я, то есть, не просто искупнулся, а так нормальненько прям поплавал даже, можно сказать. Думал, что там, не знаю, ноги будет сводить или еще что-то. Нет. Вообще нормалек. Так что я сейчас немножечко позагораю. Загар прилипнет. Чтоб на всю зиму загореть уже так. И все. И отлично. Я думаю, что похожу еще несколько денечков. Там видно, что деревья, короче, уже в горах такие. А то, что зеленое, это, наверное, сосны. А вот то, что уже такое коричневатое, это уже листва желтеет. Кто не знал. Так что вот, ну попробую под воды снимать, не знаю, не обещаю. Если меня там включить, эту камеру давно уже ее не включал. А что тут снимать? Тут снимать, кстати, нечего. Ну, песок, это ладно, когда я, кстати, вот там вот я был. И вот там я снимал на тонком мысу. Там красивенько, что там всякие водоросли, всякое вот это вот. Лебеда, и там по рыбке тусят, а здесь что? Не знаю, что, ну, как бы так под водой там попробую что-то заснять чуть-чуть. Так, хотя бы, чтобы показать. Так что ровно середина октября, и все еще купаются. Нормально. Вон там тут тоже попытался искупаться. Нет, тут бешеные дети просто. Так что вот так, ребятки, все нормально. Продолжаем сезон. Ну вот, собственно, ребятки, уже вечер. А мой пляжик
на котором я отдыхаю, заполнен. Собственно, столько же народу вечером было месяц назад. Ну, конечно, меньше народу купается, больше заходит так. Ноги помочить, по колено постоять. Но все равно много купается. Здесь какая-то делегация приехала. Геленджик заселились. Это, видимо, недалеко, потому что прям приходят толпами. Что там, Челябинск, еще откуда-то. Вот, не знаю, чем они там занимаются. Я, конечно, подслушивал, но не понял, короче. Что-то какой-то у них бизнес-форум, может быть, или еще что-то. Так что, кто недалеко живет где-то, либо берите билеты и прилетайте, вы еще успеете отдохнуть. Еще, короче, дней 5, наверное, или даже недельку будет погода вот такая вот же хорошая, как сегодня. Так что давайте. Все в Геленджик.